Первую встречу со школьниками провел начальник управления муниципального контроля Кирилл Чиненков. Урок, отличающийся от традиционных школьных занятий, это прежде всего напоминание ребятам о собственной безопасности. Леса строительные, которые также могут обвалиться и принести увечья. Я вас очень сильно прошу убедительно, если вдруг вы гуляете где-то, видите нарушение забора, ограждения, строительной площадки, ни в коем случае туда не ходить. Потому что это может привести к очень тяжелым последствиям. Современные строительные площадки представляют собой высокомеханизированное производство, которое так привлекает школьников. Особенно на каникулах, когда у детей много свободного времени. В поисках приключений ребята забираются на стройки, и, к сожалению, нередко эти опасные игры заканчиваются печально. О некоторых случаях ребята знают не понаслышке. Запомнилось, конечно, про мальчика, то, что он погиб, это был мой друг. Да, я узнал очень хорошо. Нужно сообщать о повреждении, нарушении правил безопасности по специальным номерам. Учащимся рассказали об опасности конструкции, оборудования, спецтехники, ограждений на стройплощадках курорта. Сегодня я узнала много нового о том, что нельзя строить по стройкам, где особенно работают строительные краны, что это может привести к большой опасности. Даже соблюдение самых, казалось бы, элементарных правил убережет детей от несчастных случаев. Уроки о правилах поведения около строящихся объектов муниципальный контроль проведет во всех школах курорта.